хороший шмот. А у нас же бомжи одни. Я просто вот смотрю человеку, да, вот вы в арканов поспекались, а у вас у всех камни стоят, блядь, на крит, на скорость, нахуй вообще да, ставить? Мы сейчас тебе камни будем все на СПД тыкать, может, просто, ну, немножко а, зачилишься? Блядь, я же тыкаю, нахуй. Я, Ну. например, мне вот я подбил шмот, да, там, если пошел, все камни переставил, блядь. Если у меня main spec скорч, я тебе что, буду камни переделывать? Единственное, что я могу, заролить на ебучего в спек, и все, Ну, если не видишь, нужно блядь. никому. Вот не нужен был никому объект, я его забрал на этого ебучего аркан. Нас... Камни я буду делать на СПД только тогда, когда будет без гир. Когда у меня Ну, будет в селф похуй. крита... Да все, все, закрыли тему, мне похуй. У нас разный подход на эту тему просто. Я, видишь, я преследую эту цель, чтобы максимум ДПС из персонажа выжить, а вы преследуете цель, блядь, какой у вас там Да, мейн нам спек, запор всем абсолютно я на это буду нахуй плевать. дрочить, блядь, свой нахуй скорч, который бесполезен, блядь, там, и, но Бесполезен, буду... кстати. Ну, вот понимаешь, когда ты дашь, блядь, на своем скорче, блядь, цифру, нахуй, которая, ну, банально, будет там хотя бы выше 20 тысяч, тогда, блядь, можно о чем-то А, разговаривать. не дают. Ну, о чем тогда речь, да? Но фаер сейчас не дамажит. По сравнению с арканом, фаер сейчас не дамажит. Хорошо. Я просто... Так же, Ну, как при своем когда-то... мнении останемся, вот и все. Я спорить не буду. Просто так же, Одного как Бога. когда-то на Варе Армс дамажил, потом Фурика сделали, все реролли с Фурика. Я тоже пошел вместо Армса, я был Армсом, я пошел, сделал Фурика. И стал дамажить Фурики, потому что ну, Фурик давал там на 3-4 тысячи больше ДПС. И все. А сейчас плюс-минус Армс Фурик одинаковые. Поэтому можно и на том играть. Ну, как круто. У всех разное видение. Понимаешь наличие в аркане? Посмотрю на тебя. А что, Двадцатку нет? выдашь в аркане наличие? Ну так, Блять, чисто ну, вопрос. вот это вот высокомерие, сарказм, не знаю, зачем он сейчас, Ну к ты же чему. мне говоришь, что я двадцатку не даю. Ну вот. Выдашь в аркане двадцатку? Ну вот сделаю маг, потом буду пробовать, и Вот. потом еще. Потом я как бы уже все закрыл тему. Вообще плохо. Я вот жду остальных, пока добегут. А, все, чел ушел, да? Так он на связи же на 5 минут отходил, нет? Не знаю. Кто-то крафт. Ну да, тактика, тактика без ДПС, она нахуй вся идет, то есть если у тебя нет ДПС, ты можешь там, блядь, ну вот банально, есть такая, короче, хуйня на арене, да, вот, когда PvP играешь, вот ты можешь там, блядь, как? Не-не, я тебе просто сейчас про арену говорю, там вот есть такая хуйня. Чел спрашивает, почему, сука, я не могу апнуть рейтинг? Я же, блядь, и контролю, блядь, там всем, блядь, контроли даю, и косты кикаю по фокусу. Ну, сука, ты не дамажишь, блядь, ты просто не умеешь наносить урон, нахуй. Ты, блядь, контролишь ты заебись, красавчик. Но если ты не будешь дамажить, ты никогда никого за этот контроль не убьешь, блядь. Ну, То же если ты... Ну, тут Амар немного не Хаям. так.
Если, блядь, типа ты на арене тупо ебашишь, ты хуй когда кого убьешь, тебя просто разъебут опять. Я понимаешь? Тебе такую картинку приведу. Вот просто вот люди, которые умеют ебашить, то есть банально дамажить, нахуй, они рейтинг в планку в 2К просто скипают дамагом, нахуй, без всякого контроля. Им вообще похуй. Они просто выходят и зергуют людей, потому что они умеют агрессивно играть и наносить урон. Все. То есть ты просто выходишь, ну, банально я так играл, а после 2К ты уже начинаешь задумываться о контроле. То есть ты сначала научись дамажить, а потом... А на каком ты классе так играл? Не все классы так настроены. На Варе я так играл. Что ты можешь на Варе, да? Проходить 2К? Вот именно Вар, блядь, может быть, и проходит с Рестрадрулем. Ну, сейчас начнут, блядь, рассказывать. Да, типа, вообще все нахуй закрыли. Похуй. Похуй. Просто... Просто, блядь, говоришь замечания, люди, видишь, такие воспринимают. Мне до пизды, блядь, там что-то за арканов, нихуя. Я говорю, согласен. Не-не-не, никто это все таки не воспринимает, не подумай. Аркан, но он не всегда нужен. Ты не понимаешь одной вещи, что он, этот ебучий аркан не всегда нужен. На мобильных боссах он тебе нахуй не нужен. На боссах, где есть трэш, он тебе нахуй не нужен, этот аркан. Он тебе нужен на ебучем сурфе, лане и еще паре боссов. На каком-нибудь синдре, может. И то там, блядь, скорч больше импакта даст. Это ты в плане об АОЕ, а АОЕ говоришь, да, что там АОЕ шить пачку. Это, ну, есть же, блядь, ретрики, фурики, блядь, которые всю эту пачку за АОЕ шить и без вас. Вы можете просто, блядь, соло дамагу в босса вливать. Я спекаюсь в аркана, когда он мне нужен. Вот и все. Вроде нажали, что все готовы. Там вот сейчас добежит. Рыба будет? Вы уже семерых успели убить, пока да. Я магаз шел. Так, на связи ты бежишь, нам надо. Я в итоге вам нужен, нет? Я перебью, извиняюсь. А что он ливнул-то? Меня выкинуло, я нужен, нет? А что, мне нужен, что ли? Дайте пати. Там пауки просто. В середине были. Там на портал нажимаешь, портал, ты пешишься наверх сюда. Если что, я здесь. А, рарно. За место кого может дорожный красок? Не, если не справляться, будете? А, да, на замене. Рарник поможет нам. Уже магазин пошел один, он закрытый. Пришлось метров 500 идти дальше. Я вот охуенную историю подъехали. Через 500 метров еще закрыто. Там тоже дальше потом. И ушел вообще куда-то в лес, заблудился, нахуй, и все, не вернулся домой. У нас тут не леса нет, тут горы. Горы. Я минус 9, а влажность 80%. Пиздец, охуеваю. Да. Это ты откуда вообще? Киргизия. Ну да, главное. Ну это в горах там. А я в... Нет, реально жуткая хуйня. Плюс небольшой ветер, и все, тебе такое ощущение, что ебалом, блядь, по наждачках хуярит. В Кемерово, блядь, у нас здесь типа тридцатник давит, короче, когда ты выходишь на улицу, но если ветра нету, воздух-то сухой,
И, ну, не так холодно на самом деле. А в Хакасию приезжаю к родственникам. Там выходишь, у них двадцатка, короче, на улице. И все, и пиздец, нахуй. Просто такая ебень на улице стоит, что пиздец, еще надо выходить, даже неохота. И ветер, если дует, да, влажность большая там, и вообще просто ужас, короче, какой. То есть у них 20 градусов, как у нас там 35 где-то, вот так вот. Завтра днем плюс 16 оттепель. Просто спекайся в ДЦ, короче, здесь не было нет. Сопрот здесь выпить надо или нет? Можете выпить. Ох уж этот синтап. Пал, бафни меня. Да, давайте там что, Обратки. бафы, шмафы, там эти каску, крестобаф, ману и ешь. Блять, как хорошо, что у нас есть этот, кто он. Масрец. Как хорошо нам. Злобный, я хуй знает. Какой шмот? Что ты хочешь? Какой? Носовой или на кого? А-а-а. Собычки тери нас. Я не вкуриваю, что ты хочешь. Вон, у тебя мишка нормальная. Да ему там пуху носовую надо. Так у него есть Ну, какая-то. может еще что-то. Надо, надо еще. На связи бежишь первый, короче, босс начинаешь агрить злобно, просто рядом с ним, босса не бей, просто стой рядышком, пока не укусит никого. И не стойте в одном кемпе, блядь, пожалуйста. В одном кемпе не стойте, там РДД, там дистанцию не берите, с хилами совсем. Там дистанция 8 метров. Блять, не надо давать так истерию. Она бесполезная, блядь. Мои Сбегайся, мили, кто там долбоёб у босса стоит, сука? С лучами все трое сбегаются. Алло, нахуй. Поёна. Укушу биг дэма. Мы ж так сдохнем, нахуй, если вы будете стоять. Чё, вы думали, я микрофон вырубил, да? Не тут-то было, нахуй. Надеялись. На. Надеялись, что ты его вырубишь. Почему-то захотелось оставить. Факт. С фактом прикрыть. Опа. Блять, эти шаманы, нахуй, они пиздец. Я хуй знает, картон, блядь. Синтек ресы Я или даже с беконы. сапротом. У меня есть встать. А, вставай, да? Только не уроните меня снова. Да, уже рес навел, блядь. Так, сейчас что у нас на бенстиллере тени? Потом бегите быстрее, сейчас умрете кого-нибудь. Четыре секунды до укуса. Кусаю, рядом с тобой стою. Я рядом с тобой стою, говорю. Окей, окей. Тени на мне. Прохильдс. Укушу в эфире. Потом. Так, у нас это... Сейчас будет тени и эфир сразу. Так, Песа там на себя антифир повешу, чтобы не это... Чтобы здесь поле человека. Охуенно, давай. Давай не зыбку сейчас на связи, когда залетит. Давай не зыбку. Все четенько. Там поднасрали маленько, но ничего страшного. Ой, Фьюри укушу. Давай, давай, я Сэджа укушу.
Спартом быстрее сбежались. Сука, блядь. Пидораст. Блядь, ко мне к черепочку подбегите, то есть кто-нибудь кого укусить, потому что я тени выношу. Давай, я Вадикона укусил, ага. Пойдет. Спасибо. Спасибо, пойдет. Кого? Убинаете? Я, короче, Вадикона резу. Ты можешь, в принципе, Ира. Только не вставайте сейчас. Спасибо. Спасибо. Что-то у нас, блядь, как-то, блядь, проблемы какие-то, нахуй. В плане хила. Выживаемости, блядь. Ну ладно. Надеюсь, добьем так. Не, нахуй не добьем. Синтек помер. БР нет. Песа прохился. Шектор. Умана есть. Песа умер, блядь. А, это. Еще раз дать? Че говоришь? Не, ничего. Как вы умрете, блядь? Стрелы по 10 тысяч. Так вы нахуй не стоите рядом друг с другом, блядь. Так ни с кем не стоим. Это же вообще не ебу. Препоушен, Бен Стиллер, Биг Тэм. Песа, ты тут? Да. Вот бой сколько идет? Скажите мне по секундам. Минуты две идет? Да, больше там был. Ты в ДЦ был сейчас? Бой шел 4 да. минуты. 4 минуты 22 секунды. А, сколько КД на слово силы щит? 3 секунды. Сколько ты их дал? Да, блядь, у меня тут пиздец, вы сказали перед боем, я охуел, у меня тут, блядь, дохуя что не настроено. Ты хотя бы одну кнопку сделай, чтобы ты, щит, чтоб щит мог кидать, сделай одну кнопку хотя бы, и по кругу просто кидай, закончилось, снова по кругу, закончилось, снова по кругу. Тут столько дамага идет, что они у тебя через 3 секунды спадают, и ты этот дебаф, который 15 секунд прошел, ты, грубо говоря, 10 засчитывал, 2 секунды считаешь, все, можешь заново круг начинать, оттуда за эту груз начал. И все, и по кругу хэриш, у тебя простая тактика. Если хочешь, можешь в шипы, я в эдру тогда спекнусь во второго. Если тебе, ну, если у тебя не настроено. Ну, а так, ну, конкретно, ПСА, грубо говоря, 15 щитов, это вот из-за этого и упали. За 4 минуты их должно быть не 15. Очень много. Сейчас 300 будет. Я настраивал, ебать, начало фазы. Ну ты сказал бы, хоть упали бы просто, а то мы били, блин. Будешь еще, да, трай? Да-да-да. А, блядь. Да, я вообще не знаю, почему с масрезом вы покидаете тело. Я вообще хуева. Просто, ну, в ахуе, я не знаю. Или тут не было никого. Они привыкли, что масреса нету. Ну, да. А кто прибежал? Кто самый быстрый? Злобный или кто-то прибежал? А есть масло на АПК у кого-нибудь? У какого-нибудь? Есть. Дай гильбанк. Можно нас собрать, пожалуйста, связи? Так, сопроты. Что там по сопротам? Сейчас посмотрю. Я вроде делал. Вот есть. С сопротами обмен кидайте. Те сопротами должны быть. А то дамага по нам дохуя проходит. Так хоть не 10 будет, хоть по 8 тысяч будет проходить. Надо еще этот писать себе. Это стикер, что? Хотя,
А они вернут, интересно, бонусы столько же, сколько потратил, или то, что сколько сейчас стоит? Нет. Слышишь, а там они писали за определенный период они будут возвращать? Да. Или все, кто вообще брал фитик? Нет, именно в момент скидок подобрали. Да черти ебаные, специально так сделали, видишь, нахуй. Сделали, блядь, скидки, люди понабрали, потом сделали нерв, сейчас люди вернут, и им придется еще докидывать, чтобы что-то другое взять будет. Ну чё, да раз? Банальная, типа, банальная схема. Я же, когда скидки появились, я сказал, вот сейчас все накупят фетишев, станут бисовыми, а потом его пофиксят. Да, так и есть. А почему у Ланы ног нет? А нахуй ей ноги? Чё, мы пулять-то будем, нет сегодня? Нас Лана инвалид отпиздила, если чё, но стыдно, типа, должно. Она под землю провалилась, сквозь землю, от стыда сквозь землю. Да. Эти уёбки пришли меня убивать просто. Нахуй, наполовину. Алло, блядь. Чё там, отчёт будет? Или так пулять? Да, хуй, значит, стрим дохуя. Сейчас не кидай истерию, только, пожалуйста. Потом финиш не расскажу. Скажи, скажет, кину. Я скажу, куда кинуть. Сука, бичи, чтобы вам пусто было, блядь. Ёбаные варыши, мне, блядь. А ты хотел опуск поймать, что ли? Вообще охуевшие, блядь. Нет, там даже не близко. Да потому что сед же на меня не напулил, блядь. А ты попросил, что ли? Нет, блядь. Я думал, ты так, блядь. Так понятно. Там вроде у всех телепатия. Бывает, скорее всего. Так что, ну его нахуй. Лучше на танк. Давай, стерео. Аккуратно, там лужа хуёвая. Лужа пиздец. Разбегаться. Лужа бича. Ну так, беги, блядь. Пэсса, братан, не беспокойся, я тебе залил ина. Хуярь. Просто щит по КД хуярь. Может, у тебя в талантах не вкачано, который щит от хлопка щита, а ману резает. Надо проверить, что в талантах. Живи. Так, Крона, давай, да. Да, кому на ком щит висит? Нахуй, да, поздно, блядь. Сэджи ухудшил, блядь. Вот где-то нахуй бегает в ебеня, блядь. Вот, понял. Факт. Что-то у нас шамана... У шаманов проблемы выживаемости на этом боссе, блядь. Все БРы в КД. Да пока не надо, не БР. БР не когда Гера нужна будет. Как раз там откатится. Кушевой это. А, не успеет она. Хуёво это слышать, да, Вадикон, блядь? Да я вообще охуеваю, блядь, с шаманов с этих. Они как булки. Так, не зыбку сейчас. Взлетит начнёт. Вот, давай не зыбку. Дал уже. Это Сэджи, захилите, пожалуйста, он укушен. Он ужаленный. Сука, я забыл обновить этот... Наркоман, блядь. Раскал забыл обновить. Король Финнер тоже при себе. Пакт. Так, баны, пакт. Блять, захильте. Отойди, синтек, пожалуйста. Блять, захильте, пожалуйста. Я с этого укушу, да. Пусть дамажит. Вы бегаете, блять, там. Укуси кого-нибудь там, вон, блять, вон маг стоит, магу укуси бенстиллера. Пиздец, блять. Ну я-то, видишь, я просто чарж мухну. Я же сказал, укуш. А, ну я сказал, смотри, рядом с тобой Макс стоит. Я понял, нахуй. Походу в 4, да, Хилану, да? Не, ну сложно. Кто-то не доигрывает. Ну, я не знаю, так не должно быть. Кто-то лажает. Ну смотри, два хила уже лежат. Сейчас Шектор один не захилит никак. Ладно, давай хули. Давай, я это, БР есть, нет? Нету БРа, нахуй, пизду. Я могу скинуть. 40 секунд еще, да, там до БРа. Я не знаю, нахуй. Давайте ебашим, блять. Ну, хуй так какая-то, вам не кажется, блядь? Ну сейчас 46, что все равно это мало. Пэсы, что-то какая-то хуйня неладная, у тебя что-то не так, нахуй.
Блять, сейчас. Ой, давай в этого, блядь, поддамажить. Надамажил ты, он, смотрю, 15 тысяч. Нормально. Давай, хоть ты в этого в хила, я вот что-то ДД. Сейчас, подожди. Ты сейчас дело не... Да не хочу сейчас даже это, блядь, слушать. Все, это, смотри, ты сейчас спек оставь, я посмотрю, может, у тебя что-то не так там. Что-то не то явно, нахуй. Да не, по-любому, у меня вообще там, блядь, ПВП, нахуй, когда там бегал еще, блядь, полгода назад. Сейчас разберемся. Ничего не изменилось. Че, есть у кого мастрез дать? А, КД. Начинал там, блядь, 4 минуты. Ёбаный в рот, нахуй. Как сложно. Не, у ПС там что-то напутано. У тебя либо там, там что-то не в кассе. Оставь спек, я сейчас посмотрю. Да надо... хилил же он, блядь, как-то раз там. И да где он хилил, блядь? Где он хилил? Где? Подхиливал. Ну, вот именно, что подхиливал, блядь. У него там 45 щитов, нахуй. И посчитай, секунду, сколько, нахуй, сколько щитов можно кинуть. Да дохуя. Да не, базара нет, если бы наш у них как-то, блядь, как там называется-то, дебаф, если бы не было ни на ком. То можно было вообще бы стоять и кидать, кидать, и скидать. У нас 10-10. Дебаф 15 секунд, вот и посчитай. Три раза по 15, это что? Это 45 секунд. Но бой-то мы, сука, не 45 секунд длился, блядь. Тут и взлетка прошла, блядь, так-то. Значит, что-то в талантах напутано. Доставайте Геншина, пусть объясняет. Да, да, я даже не хочу нахуй эту хуйню всякую слушать. Доставайте. Блядь, не, изначально ДЦшник это, блядь, ну, хуета полная. Терпила, ебаная. Его взяли, как, блядь, вот, я не хочу, говорю. Просто спекай себе в хила, и, блядь, я буду... Не, я, понимаешь, я спекаюсь. Я охуел, блядь, там. Но... Надо посмотреть, что у тебя не так, блядь. Я не спорю, посмотришь сейчас. Надо, чтобы у тебя нормальный спек был. ДЦ это не хуйня, блядь. Вот я сейчас... Геншин зайдет, я ему скажу, что он терпил ебан. Пизду, блядь. А, нет, написано. Это уже старая, блядь, хуйня. Это уже было, блядь. Геншин это уже слышал. Там же написано, нахуй, послушание. Да, да там не может быть, там не может быть талантов, ни тех, вы что, угораете, у ДЦшника там вариации 3 всего. Вы что, ребят? Ну ты просто придумай какую-нибудь отмазку. Вот бой идет 3 минуты, да? Да все, блядь, бой, спекайся нахуй в хила и не... Да идите в пизду, блядь, я спекнусь, я уже сказал нахуй. Ну нахуя говорить то, о чем ты не знаешь, блядь. Сейчас я посмотрю таланты, мне просто интересно понять, ну специально ты так делал или у тебя в талантах что-то не прочно? Да нет, все через контр там, блядь, прожимал, у кого нету на него там хуякс там, блядь, исповедь подкинул. Оберег души, так, новая надежда, так, где там лишнее время, так, лишнее время есть, это хуйня милости есть, блядь, пиздец, ну ты просто... Спек, я вот смотрю твой стрим, это нормальный спек, прям. Так он просто не тыкал щиты, получается, ты их просто не тыкал, пэсы, понимаешь? Да их сбивали, блядь, ты понимаешь, что я в шипешном шмоте? Он, блядь, бах, повесился там. А, не, ну уже. может быть, а что за шмот у тебя, ну-ка? Так СПД, блядь. Так СПД, смотри, сколько дохуя. Не. Шипешный, ну, даже. Триник нет других, да? Не, ну может быть из-за этого. Ну хуй знает, ну только из-за триник, что ли. Я щит скинул, вот, щит кидаю. Вот тут же, блядь, его нету. И сета Т4 тоже нету, да? Блять, шипешный. Ну, грубо говоря, считай, у тебя и ДЦ нету, получается. Ай, бля, понятно, нахуй. Если у него он ШП 4-4, то пусть обратно спекается, он же не захилит теперь. Ну мы это уже поняли, блядь. Я не знаю. Мне просто показалось, ты не взял талант, который КД снижает там. Ну КД там 5 или 6 там секунд на щит, нахуй. И мне показалось, что... Все было, вот, все заебись. Вот в ПВП, ну в ПВПшном шмоте могу побегать, в ПВП. Ну не, блядь, ладно, гер, нахуй. Я вы мне там, блядь, куда сунули. Можно сельдь? Щитов-то, я ничего не понимаю. Его хоть в голом, хоть в 220-м, оно все равно не будет отличаться, вот реально. Количество-то щитов, оно не отличается. Ты не понимаешь, нихуя. Бой 3 минуты, он 45 щитов дал, блядь. Вот и считай. Я понял, в чем ты. Я не пытаюсь, я уже и него спрашиваю. Ты, вот я на твоем стриме посмотрел, на него бьют. Я смотрю и думаю, блядь, а как количество щитов может от шмота-то, блядь, варьироваться? Вы чё? Никак оно не варьируется. Но он дал... Он дал... Братан, не кричи. Он дал в 3 раза меньше щитов, чем нужно было дать. Он... Это щиты, что он дал, это за минуту дается. А бой шел 3 минуты. Я и про это же. Нет, сейчас я микрофон потише сделаю. В этом-то и прикол. Стабав, дайте, пожалуйста.
Не знаю, я открыл. Вот типа, это прикол. Каску, каску тоже киньте, да. Ну, что-то прикол. На СПД дайте кто-то в обмен фласку. Масло. Каску, пристанов. Масло на СПД дайте кто-то. Есть у кого? Бутылка лишняя. Каску, пристанов. Все лишние. Ну, тебе, спасибо. Тебе еще надо? А ты нам фласки не даешь. Чего мне пристанов. Пристанов. О, о. Пойдет. Просто надо это, ну, спек, вот сет делать, есть. Шмот, тринки, всю эту хуйню. 24 тысячи хп. Все, поехали, блядь. Сейчас, ну, все захилится, все убьется. Легко. Вот он, настоящий противник. Эта битва будет легендарной. Вот они, стрелы 40%. Скажешь, когда истерию дать? Ну, так. Оставлю. Блять, культа рандомная. Арканы, да? Руля. Арканы, руля. 40%. Блять, у меня на варе тоже пороки, нахуй, там процентов 30. Я на бестселе рассмотрел, он просто вспышки хуя. Просто мать ебалась. Пизда, стринь, я не стрел, нахуй. О, пошли. Ты просто нахуй относишься, видишь, к этому как-то, блядь, как-то серьезно. Да я нет, иначе не буду отвечать. Давай, истерию. Как я рад, нахуй, что мне ни укусы не надо передавать, ничего, нахуй. Стою как бич. На Fire, помню, пиздели, что он, типа, нестабильный, зависит от крита, но это полная хуйня по сравнению вот с этим. Это просто пиздец. Файр 200 раз стабильный. Ну, слушай, я как помню по старому, ну, 3-3-5, то, блядь, прокола намного чаще. Прям пиздец как чаще. Не-не-не, это просто потому, что это из прошлого воспоминания тебе кажется так. Просто не, ну, может быть, я спорить-то не стану. Типа выборочная память. Да, это приятные воспоминания, поэтому ты так считаешь. Мелочь, а приятно. Ну, не, на самом деле, не. Сейчас будет фир. Блять, только не так. Буду. Готовься. Давай, не зыбку, не зыбку, давай. Рано дал, конечно. Но... Ладно, пойду. Так, я с Эджио пошел, чтоб не бегать на тебя. А просто ты там мага ебану какого-нибудь. Какого-нибудь. Какого-нибудь, ну. Короче, иннер пэсы дам. Дал возле меня стоит. Спасибо. За укус. Геру даю. Давай, Геру, ну. Потом, блядь. Стене будет. Да, да. На бомстиллера. Да в пизду. Потом, блядь, скажут, Войд там 10 ну, спеков. Не доиграл. Ну, Войд 10 спеков, да. Ебать. Войд не 10 спеков, а Войд 10... нормальных спеков, нахуй, играбельных, блять, которых я все сделаю, блять, что надо.
Затанчу, захилю, задамажу. У меня тоже есть 4 играбельных спека. Да, 4, блин. Меня переплюнул, получается. Ну, не переплюнул. У тебя 10, а у меня всего 4. Ох уж эти друиды. Да. Шектор, короче, не перехилил нас в вагон. Квест давайте. Спасибо. Кстати, нет. Трогал меня нахуй, переиграл. Спасибо. Я вообще не понимаю, хули он живой? Как вы сдать нельзя? Наебали тебя. Или вы можете сдать? Мы не можем нахуй, я тебя наебал, блядь, просто нахуй. Да квест просрочен 10 лет. Квест просроченный, ебаный. Спасибо. Ничего, блядь, синтек. Это прям нож стильный. Спасибо. Блядь. Шо вы там, блядь, долго бежать будете? Алло, блядь. Но ты оказался предателем. Иди же, встречай свою... А, хорош злобный. Вот ну, так бы ты у нас в НРБК, да, тоже? Да. А разный ты здесь? Да. О, сейчас. А кто ушёлся? Кто-то ушел или что? Да, злобные. Ну вот я могу, короче, в танка. Вместо злобного. Рарник. А хили что будет нам тут? Вот, воет. А воет? Ну пусть да. Что ему делать-то остается? У него играбельный танк. Ой, и хил. Охуеть, нахуй. Вот что вот не рейд, нахуй. Хули его 14к ДПС. Ну, да. Что не рейд, нахуй. Что не рейд, нахуй, то, то хилить, то танчить, нахуй. Ёбаный рот, нахуй. Тут слот, да, и... Не говори. Я ебал такую хуйню, нахуй. Там танчишь, нахуй. Тут хилишь, нахуй. Тут потанчи, там похиль, нахуй. Ёбаный рот. Никак уже это нельзя. Это разносторонняя личность. Да ну, вот. Хули, нахуй. Это, походу, односторонняя личность. Хил танк, нахуй, в одном лице, нахуй. Ёбаный покос, нахуй. Сука, а хули вы мне не сказали? Ёбаный бастон. Это, хильте без меня, нахуй, я пошёл это... Покос. Лутать, нахуй, эту душу, нахуй, лановскую, нахуй. Хули вы мне не сказали, нахуй. Будет, говорит, ты сено скосил. А я говорю, ёбаный покос не скосил, да? Хорош. Сука, хули вы мне не напоминаете, блядь, чё за хуйня? И початала Мирёна за мной. Да я ебал нахуй, ну ёбаный в рот. Ловко нас фигнус. Сука. Да просто забавно было это дерево. А хули? Пиздец. Вот нахуй. Ты, блядь, ушёл, они прохилить не могут. Да и хуй на них нахуй, пускай сдохнут нахуй. Душа пропадает. Захилят, ёбаный. Ты ж в хиле там. Ничего. Ну все, вас двое. У Аркана, кстати, я заметил преимущество. Он хуй, когда трэш на себя сагрит. И... А вот там Т4 дает, типа, то, что ты стрелы кидаешь, там какую-то АОЕшку маленькую. Она совсем... Она useless по сравнению ой, с Мирьёвым. Ой, ты PvP играешь? Ой, бля, я давно не играл PvP. А за кого играл? Играл за Вара, Фури, Кармс, Протовар. Все три спека. Погоди, а как за Фурика вообще можно в PvP играть? Ну так. Да, так. Есть это, извращаются люди, блядь. Как Биг Дэм рассказывал, уроном брать. Там, там разные есть спеки, там есть этот, с превосходством спек, есть обычный спек, который это, есть с одноручками даже спек. Ну я с двуручками играл, ну магов шотл. Это главное. Ну так, там... Это как бы сложно поспорить про PvP. С кем? С челиком с ВЦГ. С челиком с ВСГ? А, ну да, наверное. По ПВП. Что такое ВСГ? Ну, сервер, это сетап, скорее всего. СНГ, наверное? А, Варсонг. Сервер, наверное, что такой Варсонг. А хули тут люк закрылся? Слышите, что нахуй? Это пиздец, нахуй. Я в ахуе, нахуй. Ну, тут окно было. Это звучит как заболевание какое-то. Не, нахуй, какое заболевание? Ну, вот... У тебя ВСГ? А, я понял. ВСГ. Сейчас она придумывает.
Или вы ЦГ. Или ДЦП, нахуй. Вообще, не знаете, реально, что такое ЦГ? Ребят, у меня ВЦГ. Сервер, ебаный, ДП не давайте. Какой, блядь, сервер, нахуй? World Cybers Games, чемпионат мира по компьютерным играм, блядь. А, это я не знал. Олимпиада, ебаный, урод. Ёпсель-мопсель, ну вы тупые. Нихуя себе. Я такого не знал. Не, я не знал, кстати. Я знал... У Близов, по-моему, по-другому называл. Так а кто киберспортсмен у нас? Ну, у Близов есть MDI, это Mythic Plus. Потом Арена Уорлдшип. Уже нихуя нету босс РТ жопа. Что? Босс РТ жопа? Идет, идет. Идет, проходит, хуйня. Они все просрали уже. Что? Что ты? Что просрали? Ну, у них были чемпионаты, типа... Не, ну, может, у них сейчас и остались, но... Ну, конечно, остались, типа... Это не сравнить... Жопа не стартовал еще нихуя. А босс РТ жопа, это когда на РТ вот запрещает уходить куда-то. Эти джизы. Я поэтому памперс купил. Хорош. О, я думал, я его не надевал еще. Я думал, вы уже Вальку убили, нахуй. Думал, вы стоите там, блядь, сейчас уже скажете, Войц заебался своими душами, нахуй. А вы еще, сука, тут, нахуй. Так у Вальки не восприимчив. Я понял, нахуй. Копье его. Это хуйня у меня на панели, блядь. Ебал, блядь. А, с Вальки душу не забрать. А с этих пидоров, ну-ка. О, вот с них, смотри, я забираю. Нихуя себе шансунг, нахуй. Смотри, смотри, блядь. Смотри, смотри. Ты смотри, блядь, ты видел? Шансунг, нахуй. Я пришел, я хилю, нормально все, смотри. По бенстиллеру восстановление, трезни цвета, смотри просто. Хуяк, бац, быстрая она. Ну это ВЦГ. В натуре ДЦП, блядь. World Cybers Games, AK. IQ, да, ну там IQ много надо. Больше, а чем хуя IQ надо. Да, тоже так думаю. Не взял, все испортил, да? Пришел, наворчал, тут набубнил. Не, такой... просто почему вопрос задал? Я смотрю, ты там, блядь, в натуре за хилань, за танка, тебе похую вообще там. У тебя 2 FPS, а ты там хуй пойми, какими глазами там вообще видишь эту игру. Ну и все, и вопрос он как бы сам по себе задался. Это еще нихуя не значит. И вот, допустим, в Elder Dream, этот, как он, скажи мне, Dark Souls не проходил, нахуй, так я вообще нубас. Не, ну если, конечно, понимаешь, если времени дохуя взять и сидеть именно вот эту хуйню задрачивать, то можно, конечно, все это пройти там. И no damage, бля, и всю эту хуйню. Но нахуй оно надо, блядь. Нахуя надо, блядь. Кто танчит будет? Похуй мне вообще. Танчите как хотите сами. Я потанчу. Ну, Сес же там залутал пояс. Танчи. Ну, он рарник и на связи, 2 танка. Че, рарник? Чего? Ну, ладно. На связи. Гос. Я че, танч пришел, что ли? Ну, ты видишь. Мы сейчас о чем говорили, рарник? О том, что нелегка жизнь, нахуй, челиков, которые умеют танчить и хилить, нахуй. Биг Дэм понимает, нахуй. Шрем пропадает в сумке, нахуй. Вводишь 60 FPS, было бы там забил. Смотри, 3 танка. Смотри просто, 3 танка, нахуй. 3 хила, 3 танка, я понял. Блять, ну ладно, я нахуй обратно спекнулся. Заебёте, блять. Сука. Чё долго спекнулся, что ли? Я сейчас рарник спекнется. Блять, а есть у вас там кто на замену? Пошёл ты. Ты что, накурился, блять? Терпите, ёбаный. В Дискорде 19 человек. Я бы просто магазин.